Снег, доска и крутые спуски на Филейке. Готовится к открытию новый парк активного отдыха. Он заработает уже через неделю. Здесь будут созданы все условия для любителей сноуборда, отмечают авторы проекта. А причем это позволит поднять уровень мастерства кировских спортсменов. Почему? В следующем сюжете. Даже при минус 20 холод не чувствуется. Теплые ботинки, перчатки, куртка и брюки спасают ситуацию, говорят сноубордисты. Скоро на этом крутом спуске сможет прокатиться любой желающий. Но пока здесь лишь один спортсмен. Дело в том, что это 300-метровая трасса, только готовится к открытию. И ее нужно постоянно обкатывать. Парк активного отдыха «Северный» уже почти готов. Подъемники установлены, электричество подключено. Причем все запускается практически одним нажатием кнопки. Пульт управления, кнопочки «Пуск», «Стоп», сигнальные лампы, работа, сеть, звонок. Самая необходимая аппаратура, то есть пусковая, находится здесь. О таком комплексе кировские любители досок мечтают уже давно. Председатель Федерации сноуборда России в регионе Анна Червоткина вспоминает, что на протяжении примерно 8 лет спортсмены тренировались на этом склоне. Правда, 3 года назад комплекс, говорит, закрыли по распоряжению властей. Пришлось искать другие трассы и даже ездить для тренировок в Белую Холуницу. Но вот в конце декабря Федерации удалось вернуть территорию и начать ее благоустройство. У нас задача в этом году, чтобы все работало, чтобы эту зиму мы не потеряли, чтобы ребята, которые тренируются, смогли уже повысить свой уровень катания. С весны начнутся уже такие полномасштабные работы, потому что мы документы подписали перед Новым годом. Представляете, как мы тут провели новогодние праздники? По проекту здесь будет 6 трасс, детский склон, линия подъемника и административное здание. Для наших сноубордистов открытие этого комплекса важный шаг, отмечают авторы, так как на этих склонах можно будет существенно улучшить свой уровень катания. Так и рельеф позволяет устанавливать экстрим-парки, где будет правильный подъезд, правильное приземление. Также у нас здесь будет стоять аэроподушка. Это такая большая конструкция надувная, 10 на 15 метров, где можно будет отрабатывать трюки. То есть спортсмен разгоняется, делает какой-то трюк и приземляется в мягкую подушку. Если что-то у него не получилось, ему все будет прощено. Тем более это позволит спортсменам лучше показывать себя на состязаниях различного уровня. К слову, первые соревнования по сноуборду здесь пройдут уже 28 января. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.